Привет, друзья! Спасибо, что смотрите, ставите лайк и поддерживаете мои видео. В этом ролике вы посмотрите обзор на вот эту замечательную монету, посвященную к 150-летию со дня рождения Леси Украинки, 20 гривен. Но однозначно покупка такой монеты, она не на месяц, не на два, потому что вы можете потерять. Если вам нужно быстро, оперативно продать, вы просто потеряете деньги. На самом деле, видите, как формируется цена на монету. Если кому-то хочется что-то купить, на нее сделаем обзор. Мы целой командой блогеров, каждый скажет свое мнение про эту монету. Также я покажу, кто стал победителями денег. В прошлом видео мы разыгрывали пополнение счета на Виолете 200, 150 и 100 гривен. И еще покажу, какие подарки можно подарить на 14 февраля и на 8 марта. Если интересна тема, продолжайте смотреть. А в конце видео будет мега розыгрыш. Итак, друзья, начнем с того, что я сегодня заехал в антикварную лавку на Салтовке к Юре. И он мне показал несколько картин, которые у него еще остались. И они, мне кажется, будут отличным подарком на 14 февраля, либо на 8 марта. Какие-то я даже наверняка, видите, это моя картины, которые у меня дома всегда стоит, радуют. Вы ее видели в прошлом видео про конкурс, там, где 50 гривен я начислял на счет. Там была такая подсказка. Вот здесь, вот в нижнем углу, была маленькая бумажечка с надписью «Харьков». Именно это слово мне нужно было отправить. Кто увидел, написал «Огромные молодцы». Такой мини-квест у нас был в видеоролике. Вот такие картины я сегодня взял. Во-первых, скорее всего, оставлю себе вот эту работу. А какие еще остались? Это, представьте себе, написано маслом. Очень тонкая работа. Вот такие цветы. Но я себе не буду оставлять, потому что у меня и так уже много разных картин. Возможно, кому-то понравится. Ссылку на Юрин аккаунт я оставлю в описании. Возможно, кто-то захочет подарить, потому что цена довольно приемлема. И это настоящие краски. Это не принт, это не обычная какая-то открытка, а написано людьми, скажем так, с душой. Вот такие работы будут еще в продаже. Возможно, ссылочку на эти лоты я оставлю, которые будут выставлены на Виолете. Победители у нас, вот список аккаунтов, которые победили суммы. Не все еще написали. Ребята, пожалуйста, напишите мне. И переходим к замечательной монете. В конце видео мы разыграем, сделаем вот такой небольшой конкурс среди всех, кто посмотрел это видео. Это интересная монета, 20 гривен. В принципе, я не собираю серебро, и вы сейчас услышите мое мнение касательно этой монеты. И сами будете принимать решение, стоит вам купить данную монетку или нет. По тиражу и по интересу эта монета в этом году, по идее, самая интересная должна была быть. Но, учитывая то, что заход этой монеты по стоимости уже высокий, то есть стоимость ее в районе 4000, выстрелить она, ну, сильно не может. Обычно на такие монеты с такими тиражами сразу накладывают где-то 2000 сверху. Но по 6000 такую монету покупать никто не будет. Я думаю, что стоимость ее будет на уровне Ирма Легиона, который вышел тоже недавно. Где-то плюс 600 гривен к банковской цене. Но если у вас есть возможность купить эту монету дешево, я вам советую ее купить. Почему? Потому что через пару лет все за ними будут гоняться 100%, и цена будет, ну, значительно выше. Сейчас, да, она не показывает особого интереса, поэтому это очень хорошо, что вы можете ее купить сейчас недорого. Учитывая то, что серебро сейчас, конечно, высокое, вкладываться в серебро многие не хотят, вот, есть возможность сейчас покупать. Заказать, кстати, эту монету было практически невозможно. Пытался я, еще там 4 человека для меня пытались заказать, ее не было буквально за 2 секунды, то есть она даже не появилась в заказе. Вот поэтому, ну а, как говорится, ожидания не оправдались, монеты на рынке много, купить ее без проблем, поэтому всем советую к приобретению. Так, вот, давай посмотрим. Еще бывает сертификат, может быть, с интересным номером. Кстати, тоже интересная тема. Вот смотрите, у нас номер сертификата 0144. Если бы был 00150 и монета 150 лет, я думаю, что это бы прибавило дополнительной стоимости данной монете. Поэтому на такие вещи тоже обращайте внимание. Или, допустим, все единицы. Кстати, тоже есть кто по этим моментам ориентируется. Ты будешь покупать себе такую монету? Если мне удастся, да, если мне удастся найти по банковской цене, я возьму. По банковской возьму, наверное.
Но это не точно. Но это не точно. Я еще подумаю. Смотрите, можно это же дополнить, если можно. Чтобы для меня вот эту монету сильно удорожало, и мне бы хотелось ее положить в коллекцию, это однозначно какая-то дополнительная печать. Там по печать, цветные элементы, как сказал Миша, патинирование. Это всегда, когда монета красивая, там какие-то элементы, это всегда влияет. Потому что некоторые люди коллекционируют именно по формату «мне нравится, мне не нравится». То есть коллекция складывается из формата «о, это оно меня радует», и все. По крайней мере, я тоже так собираю. Да, то есть, что еще? В плане, действительно, цена на серебро сейчас пошла вверх. Я распродал все, что было у меня инвестиционное серебро, вложил, не буду говорить во что, вот, в доллары, да, ладно, скажу. Вот, и что по этой монете сказать? Однозначно цена регулируется спросом. Если как можно больше людей сейчас заинтересуются этой монетой после выпуска, и будет ажиотаж, конечно же, цена пойдет вверх, но однозначно покупка такой монеты, она не на месяц, не на два, потому что вы можете потерять, если вам нужно быстро, оперативно продать, вы просто потеряете деньги, поэтому, покупая подобные монеты, вкладывая там 3, 4, 5, там 10 тысяч гривен в одну монету, нужно понимать, через сколько вы будете ее продавать, если будете, и зачем она вам нужна? Вопрос даже не так, за сколько ты ее купил. Да. Если ты купил ее дешево, значит, ты ее можешь всегда продать с небольшой наценкой, ты ее всегда продашь. Знаете, мне кажется, да, это все как-то очень сложно. То есть у данной монеты номинал целых 20 гривен. И я думаю, что самый правильный вариант, как ей распорядиться, это пойти за ней. Хлебушка. Купить, ну, кофе купить пойти. Пошли. Пошлите, кстати, пройдем эксперимент, купим кофе. Итак, футляр тебе остается. Мы идем к обзору следующего блогера. Миша предложил сделать реакцию. Десятками рассчитывались, а двадцатками нельзя. Это и был мой обзор. А это был обзор от Нумизматикс ТВ, друзья. Подписывайтесь на канал. Все списки, весь список каналов будет в описании к этому видео. Мы переходим, собственно, к владельцу этой монеты, который вложил личные денежки в эту монету. Саша, зачем ты это сделал? Я как бы Мише боксеру возразить не могу, если он хочет пойти потратить, как бы вот. Но на всякий случай идите сами. Не, ребят, честно сказать, когда Леша предложил только что каждый сказать по слову про монету, то после того, как высказались нумизматы, я вообще почувствовал себя, ну короче, я немножко хочу домой. Нет? А ты дома, мне кажется, здесь. Нет, ты можешь сказать, что эта монета у нас в продаже, ее стоимость. Да, эта монета у нас в продаже. На самом деле, вы знаете, что я стараюсь всегда самым первым доставать монеты. Я готов тратить даже немножко больше. И делаю это, наверное, даже не с целью заработка, а пусть мне приносит деньги YouTube, а не то, что сколько я зарабатываю. Потому что есть вот монет накупил, как дурачок фантиков, да, допустим, Олимпиада или Самило Величко серебряные. И сегодня я их продаю, в принципе, по тем же ценам, что и брал. Ну, народ покупает. Я продал вчера Ирмологиум, да? Ну, продал. Пролежал он долго, никто не верил, что я на нем могу заработать 500 гривен и продать, я продал. Я думаю, что вот эту монету за 4800 я продам, хотя заплатил за нее уже 4500. А пектораль, кстати, у тебя сейчас здесь? Или ты продал, уже ее уже продал, ушла, да? Да, да? И как человек порадовался? Куда она уехала? В Харькове или в Харькове, куда-то? Да, в Харькове. Причем знаешь, как получилось? Пришел человек и говорит, я хочу купить на подарок что-нибудь 300 гривневое, вот. То же самое, Миша, если ты помнишь, говорил, ой, это бешеные деньги, ты заплатил за пектораль, она должна в банке быть столько-то, но ты заплатил, получается, на больше, чем на 1000 больше. Вот. Я говорю, вот пофиг, вот на самом деле, мне эта монета нравится. И вот она там стоит там 7000, а я буду ее продавать за 9, и ни копейкой дешевле, потому что мне это нравится. Если я ее не продам, пусть она лежит, радует вас. Да. Человек пришел, дал 9000, ушел, поэтому... На самом деле, видите, как формируется цена на монету. Если кому-то хочется что-то купить, и для него не критичная цена... Мне хочется вот эту купить, я ее сейчас куплю. О, хорош! Что это? Ну, это уже в отдельном обзоре Миша расскажет, я думаю. Ты не снимешь видео, я вот могу сейчас рассказать. Так не говори, Миша, у тебя скучно. Миша, итак, друзья, у нас в этом видео будет розыгрыш. Какие же условия розыгрыша, Саш? Итак, друзья, мы сегодня в лавке удовольствий собрались вот такой вот бандой. Леха Монеты Украины, Миша Дороднов, супер нумизмат, который шарит во всей украинской ходячке. Боксер, который, как бы с ним даже не поспоришь, шаришь ты, не шаришь, совета, я лучше, да, 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 вот. Я шарю в том,
шарят они или нет. Как вот, продать друзья. Эти монеты. Как да. продать, да, как продать их, их продать умение. Да, как да. продать дорого монеты. Друзья, и мы сегодня вот все вместе, ну, обычно Леша придумывает все эти идеи, чумачечи. Мы сегодня придумали розыгрыш. Ребята, что мы будем разыгрывать прежде всего? Это новая монета, видели ее вы или не видели, вот такой вот Агатангел Крымский. И серебряная кнопка, ребята, от канала «Лавка удовольствий» с автографами всех вот этих чумачечих блогеров. Хорош! Что нужно сделать, чтобы получить эти призы? Друзья, прежде всего подписаться на канал Миши Нумизматик ТВ, Миши Дороднов, «Лавка удовольствий» и Леша Фартовый коллектор. Я так и знал, что название запоришь. Леша Фартовый коллекционер. После того, как вы подписались на все эти каналы, в комментарии под данным роликом оставить, под этим роликом оставить комментарий. Участвую. Обязательно должны быть открыты подписки, чтобы мы посмотрели, подписались ли вы на эти каналы. И мы общими усилиями на стриме, в прямом эфире разыграем победителя этой шикардосной монеты и серебряной кнопки. Так что участвуйте. Всем удачи. Пока, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел этот видеоролик. Переходите на канал к Саше, пишите комментарии под его видео, чтобы вы могли поучаствовать в этом конкурсе. И обязательно подпишитесь на все каналы, которые указаны у него в описании. До новых встреч, друзья. Скоро новое видео. Есть. Давай, покажи, как надо. Пэчу. Да, снимай.